Так, вот у нас уже пошла сборка, то есть все разобрали, перемыли. Проблема была в чем? Из стакана гнала негрол. Негрол, все было в негроле. Короче, все через верх текло. То есть получается вот этот сальник, который внутри. Сейчас уже есть полиуретан, и где-то там вот простые стоял, простой черный, но никакой. Сейчас были куплены полиуретан. Где-то здесь, сейчас покажу. Вот. Здесь будут устанавливаться полиуретановые. Вот старый. Там есть, была трещина и был заварен, то есть уже было решено поменять его. Ну, сейчас вот шприцуется подшипник с маской. Вот таким макаром делается, то есть зажимается и шприцуется. То есть я думаю, это все знают. Ну, дальше все на месте устанавливается, вжимается и закручивается. Корзина была перебрана где-то 3 года тому назад. То есть все в идеале. Диск на шариках вот был. Ну, то есть диск тоже. Даже местами вообще износа нет. Ну, вал прямой. Ну, то есть сейчас приехали запчасти. Вот тут Саша брал стакан. Посмотрим, какой он оригинальный. Насколько он оригинальный. Как-то так. Вот. Дозатор уже опробовали. Все работает, все отлично.